Кого-то можете выделить у «Зенита» особенно? Кажется, здесь можно всех выделять. Сергеева за его чутье, где он оказывается и правильное решение принимает. Клаудиньо, да, то, как он играет, обыгрывает, но у него вообще все прекрасно. Эти удары дальние Вендела, просто фантастика Бариуса. Причем это все осмысленные, когда голы не шальные. И здесь видно, как они направляют его, попадают его. Все это мастерство, это, да, так все, конечно, здорово.